Сегодня у нас 8 декабря 2022 года. Брат Владимир делает трубу. Плиты лежат неровно, большое расстояние между ними. И раствор там уже такой, что разваливается. Можно будет пустить там. Нужно делать как следует. Заодно сразу собирает мусор в ведро. Чтобы меньше пылить и меньше потом собирать. Меньше пыли. Да, главное. Так она разлетается по всей комнате. Да. Лопатка, оно идет достаточно быстро. Он только и успевает стул переставлять. Рука быстро устает. Да, кстати, работа с потолком достаточно быстро устают руки, это вот да. Я помню, раньше, когда не было шуруповертов, вручную же все подшивали гвоздями. Угу. Руки вообще уставали. Ну там навык надо было иметь. Володя, а ты вон ту попробуешь деревяшку лопаткой или чем-нибудь? Ага. Вот так вот Володя на стуле стоит. Еще у нас вот такая штука есть, на которой мы тоже стоим. Но ее перемещать посложнее. Со стульями пооперативнее. Это я тоже оценил, когда начал ими пользоваться. Помобильнее. Да. Если на стуле стоишь и не надо никуда перемещаться, то в принципе нормально на нем. Все.